Министерство иностранных дел осудило заявление внешнеполитического ведомства Армении, оправдывающее агрессивный сепаратизм радикальных армянских националистов Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Подчеркивается, что решение от 20 февраля 1988 года, положившее начало агрессивному сепаратизму радикальных армян, противоречило всем нормативно-правовым актам. Агрессивный сепаратизм, который Министерство иностранных дел Армении расценило как так называемое «возрождение», привел к масштабной катастрофе в регионе, которая продолжалась десятилетиями. Сейчас, когда в регионе устанавливается международное право и предпринимаются попытки к нормализации отношений между двумя государствами, МИД Армении выступил с заявлением, поощряющим межнациональную рознь, что, с одной стороны, говорит о безответственном поведении этой страны, а с другой, что оно все еще не извлекло уроков из последних событий. Такой деструктивный подход не имеет будущего, говорится в заявлении.